Приветствую, дорогие друзья, продолжаем мы нашу совместную с игровым каналом Dota и геостратегом компанию за Македонию в игре Rome Total War на максимальном уровне сложности. Компания на троих. Итак, сегодня я буду снимать 42-ю серию. Загружаю сейф своего коллеги геостратега. Интересно, где мы там уже, насколько мы там уже продвинулись? Так, здесь Египет за эту границу не перешел. Но в то же время и пока у нас, видимо, нет сил на захват Тарских ворот. И пока приказы. Мои коллеги решили понтом здесь заняться. Приказы. Уничтожить их. Приказы. Вода нам не хватает. Атаку! Приказы. Уходим. Так, ну давайте сейчас по порядку все. Лондини, да, был взят. И я Ландини осадил, здесь битва у нас была. И осаждал я Ландини. Мои коллеги захватили его, естественно. Так, южный, что у нас? Он же испанский. Пока особо ничего. Испанцы пока вроде бы не бегаются. Ага. Да, стратег. Фрицки так учкуются. Приказы. Да, стратег. Ну, конечно, да, здесь не все перекупаются. Вообще населения мало. Поэтому ты сложно завоевывать варваров. Денег их мало. Не, есть, конечно, города такие населенные. Готовы поднять паруса. Ага, у нас еще одна группировка паруса. Какой-то мятеж был. По-моему. Ох ты, 15% всего, офигеть. Мне кажется, они сейчас могут восстать. Очень все-таки вероятно. Готовы поднять паруса. Так, Сицилия осаждается. Да, стратег. Уничтожить их. Осаждаем поселение, господин. Корабли готовы. Готовы поднять паруса. Осаждается, идем далее по фронту. Здесь я пока армию оставлю на мосту, потому что вдруг бриты спровоцируют. Да, стратег. Пока тоже не вылазим, честно. Пойдемся, посмотрим, что. Вот еще. Так, здесь продолжается, да, наступление на скифов. Активный. Да, стратег. Да, стратег. Мой повелитель. Да, стратег. Так, а куда мне этих товарищей? Да, стратег. Да, стратег. Уходим. Ходы кончились, господин. В принципе, да, можем открыть вагну. Так, что у нас на нашем азиатском? Так и лучников давайте. Да, стратег. Так, и Египет, да, значит. Ну, скорее всего, да, они так и будут теперь переть. Там у них около такса значительная группировка. Thank you.
Гаратек. Уходим. Ходы кончились, господин. Готовы. Так. Готовы поднять паруса. Да, стратег. Так, понимаю, эта группировка у нас может двигаться на столами, да, по идее. Я вам еще добавил копеечек. Готовы. Корабли готовы. Готовы поднять паруса. Да, господин. Да, стратег. Так, вот это мы наставляем, наблюдаем, куда вот это не группировка пойдет. Ох ты, у них уже ученики фараоны. Да, стратег. Корабли готовы. Так, это мы высаживаемся. Да, так, ну и все, наверное, завершаю ход. Посмотрим, что там будет, что нас ждет. Легендарную манцию. Ну, британский агент, видимо, разжигает Ландини. Это где? А, все понял. Самороблево... А, вторую группировку осадили Самороблево. Давайте сражаться. Бритами. Если выиграем, то надо будет потом Самороблево доблокировать. Не люблю лесочка убийца. Я вот полянку такой, что. Я вообще ничего не вижу там. Да у нас нафига наемников, конечно. Вопрос, он выдержит ли они. Натиск. Ускоряемся. Разместим засадный полк в лесу. Сюда срочно, потому что здесь могут наш фланг съесть. Блинский. Ну, как всегда, меня ловят на перестроении. Ничему я не учусь. Тихо, отставить, 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 отставить. Ой-ой-ой-ой, там сейчас фланг мне провалится.
Кавалерия, не завязывайся с ним боем. Давай преследуй пока. Ну все, наемники просто дрогнули, все. Погнали дальше, 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 дальше. Да. Вражеский полководец бежит. Продолжаем давление, чтобы сломить сопротивление его армии. Сюда. Давайте поможем нашим отрядам. Так, ну там у них еще один отряд есть. Где-то лес заканчивается. Вряд ли, конечно, сюда успеем. Один-то фланг я виноват, просрал, конечно, второй фланг просто. Наемники побежали. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Так, 1008 противников убиты, я потерял 614 человек. Мог бы, конечно, меньше потерять. Победа! Наши корабли атакованы. Наш флот атакован. Побед! Хотя, может быть, ему атаковал. Так, где-то нам... Куда фессалоники себя дали, да? Колонника, может, под кавалерию уже на нем.
надо бы тепло. Это в Сагды. И в Византии. Так, паролис, да? Так, и антинитальные агенты. Вроде бы Ванди не удержалась, но все равно 55% всего. До 60 был. Так, по полонии мобилизации есть. Что делать больше не надо. Так, пергамент пост построился, да? Пост есть. Покажу я площадку для катапульт. Так, Потави качаем пост. А, не, стоп, отставить. В Потави надо храм. Талоны, машины, да, есть. Рынок заказный. Византий, корабельный плотник, да? Мощные дороги. Построим акту. Манкунсаки храм качаем. Так, все фотографии. И Ланзини. Тройки уже есть. Сегодня моих команд пока больше не чувствую. Так, Ланзини. А, Ланзини я же пощелкиваю. Так, Лариса, кстати. И Белозорга тоже. Так, все это расширяем. 12023 у меня в плюсе пришел, то есть у нас пришел в плюсе. Стоп, сколько? 49, значит. Первый захвачен. Ну, первый, в общем, любой захваченный мой город сейчас может привести к победе. Осаждаем поселение, господин. Осаждаем поселение, господин. Чем могу служить? То есть победный ролик будет, скорее всего, у меня. Приказы. В атаку! Так, надо деблокировать город. Может, время у меня еще есть, поэтому победный ролик, возможно, что будет у меня. Мне в этот раз повезло. Победный ролик победный будет у меня. Сегодня! Так, ну давайте докажем, что первый раз я тут. Ну, как говорится, первый раз не это самое. Не считается. Теперь мне надо показать, что я. Не, стоп, а у меня еще кавалерия. Где кавалерия? А, вот. Наемные. Отряды, уходим! Отряды. Ваши подкрепления прибыли. Это обнадеживает. Ильмокси, они в лесу. Я вижу, когда бриты в лесу.
вообще сейчас будет вот здесь? Возьмем всех кто-нибудь из стен. Не то, чтобы я им не доверял, не то, чтобы я считал там хреновыми солдатами. Компьютеры, они напротив, они ни хрена не хреновые солдаты. Компьютеры, они вообще отличные солдаты. Зараза. Победа за нами. Ну я так не играю. Это было нелегко. Ой, конечно, очень прям нелегко было. Капец просто, я аж вспотел, пока бился. Ёлки-палки. Не, ну блин, ну горячий, ну тут. Зато смотрите, сколько лычек, ё-моё. Наемники варвары, два отряда. Наемная варварская кавалерия, хворожен копьеносцы. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. 10 лычек. Охренеть. За бой, которого не было, блин. Победа! Охренительно просто. Ребята. О, кстати, здесь могу переобучить спокойно. Восполнить. Не переобучить, восполнить. Переобучить, какая разница. Наемник вообще я бы сейчас соединил бы. Да, стратег. Да. Так, здесь, ладно, тут. Ну не хотят меня брить тут атаковать. Пока что. Не захотели они армию атаковать. Мой повелитель. Блин, я справлюсь с этой армией с ними. Мне кажется, мне маловато людей. Да, надо еще кого-то привлечь. Кого? А где? Откуда? Реально маловато. Тут у нас 5. Кто? 5? 2. Там я что-то очкую, зато вот здесь могу вести бит. Возьмите щиты! Приказа! Кавалерии нет, поэтому будем биться копьями. Сейчас попробуем прям на гляку так встать. Тихо, не задайся, раньше времени за них. Арисофоры. Один отряд есть. Иди сюда. А, прикрывать. Стоп, ты сюда. Отсюда. Если они все побежали, поэтому всех можно на кавалерию направлять. Чего осталось вот кавалерию разогнать и все. Бегать за ним мне неким, по сути. Если только они вернутся сейчас.
Как раз противник начал возвращаться. Слава великим богам! Вражеский полководец убит! Теперь ужас поселился в сердцах наших врагов! Капитан Децибал или Децибел был убит. Бегать тоже не никем за ним. Слава богам! Это победа! Безусловно, дело их рук, а не простых смертных. Итак, 239 противник убит, и я потерял одного человека. И, кстати, знаете, как можно? Можно просто вот так вот обойти их с тыла. Мой повелитель! Марш! Я тебе ударить. Они кончились, господин. Марш! Можно, повелитель? В пути. Так, ну мы можем, кстати, Лиги Юбей брать. Да, стратег. Готовьтесь к бою. Есть к одному. Римлян вроде бы немного. Сицилия будет полностью под нашим контролем. Ну, у меня время еще есть на самом деле. Он должен уложиться. Победа почти в наших. Ждать моего приказа. Я, наверное, только башенками воспользуюсь. Я не думаю, что есть римлян прям так дофига. Слава богам! Подкрепление прибыли! Отправьте их в бой! Лишите врага мужества! Давайте 7 воспользуемся. Тут линии идут, давайте тоже сюда. Потому что римлянам совсем шансов не оставить. Блин, слушайте. Еще не сваливайте. Башни уже стоят у стен. Поддержите атакующих и уничтожьте защитников. Потери, конечно, гигантские от стены. Наши лестницы уже стоят у стен. Трутся на укреплениях. Это будет часом испытания для их мужества и их клинков. Быстрей, 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 быстрей. Да ёлки, башня чуть отстаёт. По-моему, хреновые бойцы на стенах. Что-то, ну господи, ну когда там уже из этой башни вылезете. Быстрее, ребят, быстрее, надо их зажать нафиг. Сейчас пока из башни вылазит, меня уже вот этот отряд перебьют нафиг. Сейчас прям ударить бы по ним еще с одной стороны, ну ни хрена. Вот они только-только начали вылазить. Давай быстрее. На помощь. Они вообще не потеряли ни сутки. Я говорю, это флангиты и римские войска, то две разные категории бойцов. Великие боги! Сегодня вот наши солдаты показали себя с лучшей стороны. Отставить пока. Стены взяты.
А вот этот, это же, вот... Ну вот что они побежали, вот почему они побежали, я хрен. В бой-то они, конечно, вернулись, но, скорее всего, ненадолго. Вот опять побежали. Ой, ничего себе. Так. Попробуем сейчас по-другому. Они отвлекаются. Надо быстренько занять ворота с той стороны. Это тут достаточно, не так много осталось на самом деле. Ах ты чё, они уже захватили башню. Это башня долго по мне. Так, продолжаем их отвлекать, пускай пока они здесь болтаются. Как сосиски. Мы зайдем через другие ворота. Мы зайдем другим путем. Захватить эту башню снова. Мне все равно идти в ту сторону, поэтому основные силы я в ту сторону к тем воротам. Блин, мне уже теперь затягивается время. Быстрее в атаку! Быстрее в атаку! Так, вы, значит, давайте до этой башни захватывайте.
11 гастатов. То есть, вот наши копейщики, они даже, по сути, гастатов не могут перебороть на стене. Потому что фаланга на стене-то. Абсолютно, абсолютно не знаю. Абсолютный ноль. Фаланга с ней это абсолютно ни о чем. Башню взяли? В принципе, главное, мы выполнили задачу. В город мы уже проникли. Так, знаете, что сейчас есть? И сейчас мы будем выманивать генерала. На засаду. Задача сложная, наисложнейшая, я бы сказал. Что ты, блин? Ну уходи ты, что ли? Ой, лучники тупорылые, а. Так, внимание. Пошли. Конечно, немножко не так получилось, но ладно. Копья. Все, готов. Вождь римлян был убит. Его войска скорбят. Они потеряли мужество. Ёлки, нет.
Пак Сцепен был убит. Вы что подтупливаете постоянно, лучники? Готовы! Слава богам! Сердца мы добьем. Наполнились страхом, и они обратились в бегство. Вот ты куда вылез, а? Приноси лучник трялев, погнали, беги. А чё я теряю, слушайте? Всё, победа. 203 противника убиты, я потерял. Так, сколько я потерял? Ой. 1688. 370 человек я потерял. Очень много пехоты было потеряно, пока за стены боролся. Так, победный ролик нам показывают. Дошли мы до победы в основной кампании. Селение тут, ладно. Что-то хоть спокойнее бы, сейчас бы не вырезал, а не с ним. Так, что тут за храм? Асана уголовная или есть? А-а. Нет, у нас нет аналогов. Тогда строим свой. Кстати, опять опыт. Так, Зевсом возводим. И одновременно четвертую фракцию Дом Сципионов. Все. Насколько я понял, все римские фракции уничтожены. Доблесть греков покончила с этими людьми, их постигло горькое поражение. Наша армия имеет право гордиться своим достижением. Все, римляне вошли в историю, точнее ушли в историю. Да, стратег. О, можно. Копейщиков прятать. И пока, конечно, уже переходить на более качественные войска. Тем более, что Египет уже, скорее всего, там развитые города. Это вот здесь вот еще как-то можно, ну, хотя бы как минимум вот флангиты. Точнее, максимум. Так, ну все, больше ничего не успею, потому что время уже и так все. Ставлю все своим коллегам.
частности, игровому каналу Додок, который будет снимать после меня. Так, в общем, я сохраняюсь, не теряя времени, потому что уже, ну, блин, затягивается серия. Итак, 42-я на этом серии завершается. Следующую серию, 43-ю, смотрите на игровом канале Дода. Я с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на игровой канал Геостратега, игровой канал Дода. Следующую серию, как уже... Ну, все ссылки на канал будут в описании под видео. Я с вами на этом прощаюсь. Мое управление закончилось. Передаю следующему. И всем пока.